Новый альбом Адель установил рекорд продаж, самая успешная певица 2015 года. Третий студийный альбом британской певицы Адель 25 побил мировые рекорды продаж. За первую неделю в США было раскуплено 3,38 миллиона копий пластинки, а в Великобритании – 800 тысяч. Предыдущая пластинка «Адель 21» была выпущена в январе 2011 года. Альбом разошелся тиражом в 25 миллионах копий и возглавил различные мировые чарты. Первый трек нового альбома «Hello» только в первую неделю загрузили в США больше миллиона раз. Песня возглавляла хит-парады более 30 стран, в том числе США, Германии, Франции, Италии, Австралии и Великобритании. Британская певица Адель стала самой продаваемой певицей в мире по итогам 2015 года. Столь впечатляющие цифры продаж нового альбома Адель были ожидаемы. Еще до выхода пластинки Адель опубликовала сингл «Hello» и клип на него, которые также установили рекорды. За первые сутки видео посмотрело более 27 миллионов человек, а на данный момент это показатель уже больше миллиарда. Успех Адель пришел несмотря на то, что ее альбом под названием 25 вышел только 20 ноября и распространялся через набирающие популярность стриминговые сайты. Альбом 25 стал третьей по счету студийной работой Адель. Его певица записала после 4-летнего перерыва в карьере. Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки и комментарии. На комментариях напишите, кого из звезд хотели бы увидеть на следующем видео.